Ну что ж, я хочу сейчас сразу представить сегодня формулу преображения, сыворотка. Это бенти-антиоксидантный комплекс, мгновенный лифтинг, он сокращает очень хорошо морщины, питает, защищает нашу кожу. И сразу хочу сказать, что же здесь. Эта сыворотка заставляет наш собственный организм вырабатывать коллаген, который, к сожалению, перестает вырабатываться. Вот что такое, да, у нас коллаген. Это у нас белок, который находится в соединительной ткани. К сожалению, вот так он выглядит, когда он на молодой коже. А вот у нас проходит время, он перестает вырабатываться. Вот так вот у нас вот истончается. И вот так у нас коллаген выглядит уже где-то после 27 лет. Разрывается. То есть рыхлый и уже не той упругости у кожи. Что будем делать? А что мы будем делать? Мы будем применять именно те хорошие формулы преображений, которые перед нами с вами стоят, Оль. Это сыворотка омолаживающая, которая именно заставляет, еще раз хочу сказать, вырабатывать наш организм коллаген. Но сначала я вам расскажу, как действует эта сыворотка. Значит, смотрите, здесь абсолютно новейшие технологии. Здесь присутствует у нас в составе неовитин, это экстракт женьшеня. Ну, я думаю, абсолютно все знают, насколько полезен женьшень, корень женьшеня. Не зря его называют долголетием, молодостью. И сейчас мы проведем эксперимент на нашей модели. Она нанесет сыворотку и только на одну половину лица, и на левую мы наносим половиночку. И увидим мгновенный эффект. Вот чем мне, Оль, нравится вот эта сыворотка на самом деле, то, что она быстро решает проблемы, которые у нас существуют. Вот у нас, да, и морщинки на лбу, и под глазами уже морщинки. И у нас уже обвисло немножечко овал лица, цвет лица, во-первых, поменялся, посмотрите, уже пигментация началась. То действительно уже кожа подвержена первым признакам старения. А посмотрите внимательно, познакомьтесь с нашей Натальей. Нашей Наташе 55 лет. Вот мы специально пригласили модель, которая не 25, не 35 и не 40, а 55, чтобы протестировать и доказать в прямом эфире мгновенное действие омолаживающей сыворотки. Вот, Наталья, неужели мы увидим за 5 минут эффект? Так в том все и плюс здесь огромный, то, что в состав входит, еще раз хочу сказать, неовитин, это женьшень, который по своему... Не знаю, это действие, это настолько полезное свойство для нашего организма. Это действительно борется с признаками старения. Еще раз хочу сказать, что заставляет вырабатывать наш собственный коллаген, синтез нашего коллагена увеличивается. Что такое коллаген? Как только он перестает вырабатываться, у нас появляются первые морщинки. И если мы не будем нашему организму помогать, вот как сейчас, да, наша делает модель, посмотрите, насколько действительно эффект потрясающий. То есть действительно мгновенно, он уже виден, ну прошло-то 2 минуты, наверное, даже того подожди, не прошло. Подожди, так это волшебное средство, как молодильное яблочко. Действительно, действительно, не зря же она называется сыворотка омолаживающая. И действительно формула преображения. То действительно мы прям преображаемся на глаза. Знаешь, Оль, я вообще называю вот это средство экспресс-метод. Понимаешь, то есть ну, бывает так, что нужно вот пойти на день рождения, на свадьбу, на любой какой-то, ну да, не очень хорошо выглядишь. И вот здесь сыворотка будет абсолютно незаменима для того, чтобы произошел такой вау-эффект. Действительно, вы пришли и всех удивили окружающих за счет того, что вы убрали свои морщинки. Ну, посмотри, Оль, вот, вот прямо вот на глазах. Слушай, обалденно. Просто... Особенно, вот особенно видно, особенно заметно вот под глазом. Посмотрите, подтягивается кожа, и щечка становится как наливное яблочко. Мы специально нанесли только на одну половинку лица. Вот сейчас Наташа показывает, что только на левую половинку лица она нанесла сыворотку омолаживающую. Так, вопрос следующий. Давай. Можно ли вбивать, втирать? Как правильно наносить? Вот сейчас. Сейчас она правильно абсолютно делает, мы действительно вбиваем пальчиками. И я хочу сейчас рассказать о том, как же принимать эту сывороточку. Естественно, это получается, что утром на хорошо очищенное лицо мы наносим сыворотку. Это, кстати, очень хорошее дополнение для дальнейшего ухода, для крема дневного, ночного. То есть это очень хорошее дополнение. Отлично. И здесь я хочу, знаешь, сказать, для молодой кожи, наверное, может быть и раз будет, один раз, да, в день, как я сказала, утром. Но все-таки для кожи, уже которая подвержена первым признакам старения, то есть действительно у нас вот уже появились первые морщинки и так далее, просела. Все-таки я рекомендую пользоваться 2 раза в день, утром и вечером. И если вы действительно хотите выглядеть красиво, омолодиться, то есть вы должны, ну, не знаю, просто сделайте выбор в пользу, да, какое у вас должно быть лицо, левая половинка или правая половинка. Это ваш выбор. Именно сегодня 2 вы получаете сыворотки меньше, чем за 1000 рублей. Посмотрите, как удобно исполнен у нас здесь флакон. Открываем, есть дозатор,
и берем буквально с помощью одного нажатия необходимое количество. Посмотрите, вот, не нужно в баночку лазить пальчиками. Вы берете сыворотку, нажав всего лишь один раз, и распределяете по коже. Мгновенного действия сыворотка. Оплата всех заказов происходит при получении. Так, у меня вопрос к эксперту. Натали, да. Подскажи, пожалуйста, вот сейчас, когда я только нанесла, но здесь у меня очень большое количество, есть эффект такого блеска. А вот у Наташи уже вся впиталась сыворотка. Во-первых, ты сама себе сказала ответ. Ты уже сказала, что ты слишком много нанесла. Мне чем нравится вот эта сыворотка. Она достаточно экономная. То есть действительно надо небольшое количество, чтобы получить действительно потрясающий эффект. И я вот сейчас смотрю, да, Наташа, и просто, ну, действительно, мне очень нравится эффект. Посмотрите, я вот не знаю, как вы заметили, нет. Я лично заметила, что конечно, у меня даже заметили. Одна бровь выше, чем вот эта бровь. Ты представляете, насколько это поднялась сразу? А под глазом? Под глазом куда мешок-то видно. Делся у нас из-под левого глаза? И мешочек ушел, и морщинки, и щечка подтянулась, овал лица подтянулся. Оля, я тебе, знаешь, хочу все-таки сказать, что здесь корень женьшеня, который не зря называют эликсир молодости, долголетия. То есть, ну, действительно, все прекрасно знают, знаете, все вот прекрасно знают его качество. Женьшень еще называют корнем молодости, который помогает. Представляете, вот меня гордость берет за то, что это российский бренд, это российские разработки, инновационные разработки российских ученых, и эта сыворотка уже завоевала сердца многих тысяч женщин. Более 15 тысяч женщин отдают предпочтение формуле преображения и именно омолаживающей сыворотки. Вы получаете в комплекте две. Вот он ваш комплект. Каждая сыворотка у нас в хорошем объеме. Вот этих двух флаконов, Натали, насколько нам хватит? Вот в зависимости, конечно, от того, как вы будете пользоваться. Вот если утро-вечер. Конечно же, вам хватит как минимум на 3 месяца этих двух сывороток. Это вот как бы самый вот такой вот минимальный срок. А так, если будете экономны, то и больше. Вопрос в том, как нанесли. Мы на очищенную кожу наносим сыворотку, а потом надо умыться? Нет, не надо. Вот чем плюс этой сыворотки, в отличие от других сывороток, которые сейчас существуют на рынке. То есть вы нанесли сыворотку, умываться не надо. Вы дальше можете наносить либо ночной крем, либо дневной крем. Или можете нанести маску, что тоже дополнит эффект этой сыворотки. Потрясающе! Подходит для всех возрастов, где уже есть признаки старения, и эффект дает даже на коже 55+, 65+ и старше. Действуйте!